Буэнос диас, перцы. Я Дианна Рассей вновь озаряет ваши экраны, и сегодня мы надираем жопу номеру 14 в черном списке МФС Most Wanted. Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и делайте громче. Будет жарко. Поехали! Так, мы остановились ровно на том месте, где закончил предыдущая серия. Вот как раз, когда мы камеру проехали, я поставил игру на паузу и... наговорил финалочку. Так, посмотрим, что там по пари у ментов. Так, увеличится рейтинг на том, но оторваться от погони. Ущерб государству на 15 тонн. Три правила. Я понял. Короче, сейчас сразу сделаем все три. Так, раз, нарушение. Вас поняли, Чарли 18. Просто надо крушить все, что вижу. Где еще тачки? Там 15 тонн набить. Это будет несложно. Внимание всем постам! Все свободные машины в мой квадрат! Чпок. Мне его точно не догнать. Диспетчер, перекрывайте дорогу. Ну я вас поздравляю. Чарли 18. Ждите прибытия координатора. Он следует в ваш квадрат. Скоро выйдет на связь. Вот почему куда хочешь, не удается, ничего не подбить, ну, там с, это самое... даже заговорился. Пок. Один доездился. Да ладно, блядь! Стал после только свинья копилка. Хрязь! Че, все что ли? Блять, что-то быстро. Блять, опасно. Вдвойне опасно. Ах ты жопный датчик. Упс. А теперь пора съябывать. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Неплохо. Теперь слушай. Рейзера здесь нет. Он в другом районе. Ну-ка, чё там? Блять, еще 5000 рейта накатывать. Ну ебаный ж ты насрал. Ладно, поехали еще раз. Сколько нам? 4300 надо набить. Высылайте подкрепление. Этого типа нужно задержать, пока он никого не убил.
дождик. Точно. Она и насрал, а? Ёбаный насрал. Там орки. Орки ёбаные. Здесь разгром. Необходимо остаться и проследить за ситуацией. Снизу живой. Машина не может продолжать гонку. Справа 4-2. Ебать, дебил. Это уже меньше. Мы поняли. Браво, 4-2. Подкрепление уже выехало. Вижу объект. Блять, троих вынес. Сука, как неудачно. Управление сдохло. Почти догнал. Начинаем поиск. Я его упустил. Блять, как не... Прежде чем скрыться, нарушитель ехал назад через разведку Кемден. Код 6 сохранен. Свяжитесь с постом 2 для получения схемы оцепления. Так, осталось 2300. Поехали еще раз. Сука, тупые менты. Минутку. Внимание. Объект в розыске. Много неоплаченных штрафов. Да мне похую. Свободные экипажи, будьте готовы. Как ну, сержант, учебку беру. А мне похую. У меня код 6. Сам не справлюсь. Прошу помощи. 10-4. 1 эхо 12. Есть свободная машина. Направляю к вам. Вы потеряли его. Он не мог далеко. Сука, да как так-то? Последний раз он следовал назад через развязку Кэндон. Немедленно отцепляйте этот район. Он не мог уйти. Вы, сука, серьезно? Он сохранен до особого распоряжения. Еще заход. Пидарас. Дарас. Желательно с воздуха. 34, право 35. Есть свободная машина, направляю к вам. А, поехать сурков на автостанцию, что ли, потроллить? Так, теперь еще вспомнить, как туда подъехать. А, в пизду. Вот так по кругу. Белочки. Колесики. Сейчас вытолкну его с дороги. На связи. Разве можно такое творить на дороге? Поплатился. Зотан. Нахую намотан? Идиоты, блядь. Упс! Нарушитель въехал на поле для гольфа. Ладно, кончаем с этим. Высылайте сюда всех, кого только можно. Придется применить суровые меры. Принято. Эхо 15. Подкрепление уже выехало. Харясь!
Он хотел столкнуть меня с дороги. Не вышло. Так, этот долетался. Экипаж выведен из строя. Поехали, поехали, поехали. Нахуй нам вот он, заебали бы. Здесь я. А, этот развернулся, дюбил. Нахуя? Непонятно. О! У них подгорело. Жух! Внимание, объект оторвался от дороги. Будьте осторожны. Я умею летать. Диспетчер, нам нужна помощь. Высылайте все свободные экипажи. Повторяю, все. Как тебя посуну из ледникового периода. Вертолет приближается к вам. Ну пиздец. Да я просто в рот вас ебал, черти. Наверное, стал в погоне 2 получить. Будут через полторы минуты, ждите. Я к серии АПС, попробую его перехватить. Я позади него. 10.42, с лесоводом. Он уже не уйдет. Уйдет? Кто тебе такое сказал? Эй, где он? Дорогу копать. Диспетчер, вижу код 6, продолжаем погоню. Код 3, погоня. Ждите подробностей. Stay tuned, guys. Внимание, приметы объекта совпадают с описанием из округа 3. Подробности на экранах. Бах. Че, чувак, пересаживаемся на автобусы. Сука, нах! Внимание, прикрытие. Бах! Ага, вот он, код 3. Свалился с неба. Внимание, патрулям. У нас код 6, возможно, группа, попытка скрыться. Идет. Да какая нахуй группа, я один здесь? Кто группу-то нахуй? Я один здесь! О! Внимание всем. Статус погони 2. Ага, вот он, код 3. Я остался один, высылайте подкрепление. Прикрытие в нескольких милях от вас. Группа экипажей, подходим с юга. Проследите, чтобы... Сука! Код 6 скрылся, он где-то в этом районе. Да блять, я никуда не уезжал. Сука, что за тупые орки? Просто тупорогие животные, блядь. Хуй соси. Что мне уже давным-давно пора съябывать. Угну, кстати, он не вышло. Уточните координаты точки.
Ну вот, собственно, и все. Так, гоночки и пари мы закрыли. Я думаю, на этом серию можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте. Ну а пока. Пока.